Маёчка, маёчка. Ну что, Валюха, рубаешь уже, да? Да. Все вроде принес. Ой, Вась, а в каком ведре шашлык? В обоих. Курица, свинина. Так. А немного ли два ведра? Так это ж, дети ж приедут. А где майонез? Там смотри. Маёчка, маёвочка. О, нашла. Вась, ну ты издеваешься, что ли, надо мной, а? Чего ты издеваешься? Я ж тебя просила купить низкокалорийный. Я ж на диете. Так что мне теперь его? Выбрасывать, что ли? Ну, Вась, ладно, потерплю. Потерпи как-нибудь. Вась, только не бей. Что? Вась, мне кажется, я холодец забыла. Ты вообще думаешь своей головой? Что это за маёвка без холодца-то? Все, спасибо тебе за праздник. Собирай шмотки, поехали домой. Все. Сейчас я посмотрю. Сейчас. Моё. А нет. Да как же это? Ой, нашла. Чё ты? Вась, нашла. Боже, ты такой умный у меня. Так ты хорошо придумал еду в ведрах набрать. Ну так. А это что за ведро? А это такое ведро всем ведрам ведро. Это самогончик под шашлычок. А немного ли тебе будет? Так он же это, низкокалорийный. Всего 39 градусов. Ага. Как ты любишь, лайт. Ну так что, может, за 1 мая тяпнем по маленькой? Ну давай, между нами тает жир. Ты же издеваешься, что ли, надо мной, а? Чего это? Ты что, забыл? Что? Я же на диете, мне же нельзя. Если бы я забыл, я бы взял два ведра. А так оно одно. Подожди-ка. А плавки ты мои не забыла? Вась. Валя. Вода ж холодная, Вась. Ну и что, что холодная? Ты что, не знаешь, я каждое 1 мая открываю купательный сезон. То ты ж его голым открываешь. А, ну да. Ну да. Ладно, хорошо. Так, что у нас? Ну давай, так, занимайся шашлыком, Вась. И я тебя очень прошу, не пей. Да ты что, я сам так никогда. Это ж маёвка. На маёвке самое главное что? Компания. Понимаешь? Из детей. Ой, ты так, знаешь... с такой-то поляной оно и будущего зятя встретить-то можно. Не стыдно будет. А у них там серьезно хоть все? Ой, ты знаешь, тьфу-тьфу-тьфу, да? Вроде все хорошо. Да? Этот держится дольше всех. Смотри какой, а? Но пока за свадьбу дело не идет. Ничего. С такой поляной, да под такую закуску, он мне прямо здесь сделает предложение. Пам-пам, привет. А вот и компания. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Папа Вася. Женя. Да. Мать. Давай, открывай, открывай шо? Ведро. Что, какой? Чем? Шашлыком или... Оба, открывай. Дочка сейчас... Зятя будет нам презентовать. Вот, папа, что ты говоришь? Ну, какой зять? Мы так с Женечкой пока решили пожить вместе, так сказать, присмотреться. Ну, пожалуйста, распишитесь в ЗАГСе и присматривайтесь. Нет, вы знаете, сейчас очень модно жить гражданским браком. Да. Ну, потом, если что, вдруг разбежались и все. Без всякой бумажной волокиты. Если что, вдруг, у меня второй разряд по боксу. Удар 300 килограмм. Если что, вдруг. Папа пошутил. Шутка. Ладно вам, ладно, Вась. Вась, давай, готовь шашлык детям, угощай детей. Шашлык, шашлык, была свинка, хрю-хрю-хрю, а теперь шашлык ням-ням. Извините, пожалуйста, но шашлык я есть не буду. А что такое? Да ты расслабься, скидываться не надо, ты же с дочкой пришел. Пап, Женечка просто, ну, вообще мясо не ест. А что такое, траванулся? Да нет, там, ну, по другой причине. Больной? Нет, я вегетарианец. Ну я же говорю, больной. Папа, я вегетарианка. Подожди, как? Ты же еще в детстве переболела этой вегетарианкой. Пап, ты понимаешь, что вегетарианство это не болезнь. Просто Женя сказала, что есть животных, это негуманно. Да, и переубедил в этом вашу дочь. Да. Ты что, мне дочь попортил, а? Не-не, у нас еще ничего не было. Нет. Да это сколько угодно! Я про мясо! Да она ж в детстве трескала свинину, аж за ушами трещала. Мать работала в мясном, воровать не успевала. Вась, ну что ты такое говоришь, а? Вась, ну, Яночка его любит. Он вегетарианец, то и она с ним. Выходит, ты меня вообще никогда в жизни не любила?
Чего это? Что-то я не видел, чтобы ты со мной в запой ходила. А еще Женя утверждает, что главное – это правильно питаться. Это как это правильно? Это маленькими порциями, но часто. Да. Мамаша наша так и питается. Не скажу прям, что порции маленькие. И чистота такая, что аж ночь захватывает. Понимаешь, папуля, просто вегетарианство, ну, это очень выгодно. Не надо покупать там мясо, там колбасу, жиросжигатели. Да. Ага, туалетную бумагу. Вы ж как козлики, наверное, шариками. Клоц-клоц-клоц. И дальше. Ми-ми-ми. Вась. Что, Вася? Ну, не хотят дети мяса, не заставляй. Если не мясо, то что? У нас кроме мяса ничего тут нету. Ну как? Вот же мы взяли. Да. Салат, баклажан, сельдерей. Нахрена ты это все взял? Вон травы сколько. Иди, щипай, пасись. Бэ! Вася, бэ! Вась, что Вася? Я не понимаю вообще. Я этот праздник больше, чем свой день рождения люблю. Работаю на заводе по 3 смены, чтобы вас прокормить. А вы мне тут, Вася, Вася. Эй, ладно, давайте. По 50 и проехали. Пап, Женя не пьет. Вы чего приехали? Праздник не испортить? Ты вообще понимаешь значение слова «маевка»? Я считаю, что значение этого праздника преувеличено. А, так ты еще и декоммунизатор, да? Слушай, я... Полиция города Киева. Алкоголь употребляем? Если бы. Мы тут только фреши из петрушки пьем. Слушай, вы... А может, давай с тобой по 50 за праздник? Я бы с удовольствием, но... Я на службе! Да чего довели страну? Милиционер на службе даже не может выпить рюмочку! Ну, когда я был милиционером, можно было, а сейчас... Ну, в общем, хороших вам праздников! Да отдыхай. Какой тут уже праздник? Ай, ну ладно, ничего-ничего. Сейчас моя младшая дочь придет, и мы вот с ней осушим вот это. Всем привет! Мы ненадолго! У нас кроссфит-тренировка! Что у вас? У нас планкинг, кранчинг и пушапинг. А у нас тут букинг и закусинг. А мы не пьем, мы зожники! Ведем здоровый образ жизни. Тыц-пердыц. Ты кого мне понарожала, мать? Ха! Ничего себе, целое ведро шашлыка! А ты чё, мясо ешь? И целое ведро самогона! Всё, это мой любимый зять! А я думал, чем я пампинг делать буду, Лучше б ты внуков нам сделал. Вика, кранчинг. Они здесь же, вы чего? Да ну, да вы не понимаете, что ли, вообще? Это ж майские! Их же отменить могут, ну! Что ты преувеличиваешь? Ты посмотри на нее. Когда я ей сказал, что 8 марта могут отменить, она орала 2 часа, пока сознание не потеряла. Вась, ну это же молодежь. У них совсем другое отношение к майским. Да какое вообще другое может быть отношение? Это же майские! Я их год жду. Вот это бывает, выглянешь еще в окно, там дождь, слякоть, болото. А вспомнишь, что на майские погода всегда хорошая. И улыбка, она как-то сама появляется. Шашлык, это же не просто мясо. Это лучшее мясо на рынке. Я все бегал, чтобы для вас его купить. Я его мариновал. Я лучок резал. Плакал. Не от лука, а от радости. Что дети придут, попробуют и скажут, какой папа у нас молодец. А я же утром проснулся в 6 утра, чтобы приоткрыть крышечку, чтобы мясо подышало, струсил его душистым перчиком и ждал, когда же уже на природу. А там птички, там костерчик, там дымок. И вот оно уже жарится, это мяско. И вот жирок уже капает на угли, так пыш, 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 пыш. Пыш, пыш. И ты так самогонку берешь. Самогоночку, она чистая, как слеза. Холодная, как лед. И ты так... И
мешко за ней. Оно тает. Вот что такое майские. А вы у меня этот праздник украли. Украли. Наливай, батя! И шашлык давай! Женя! Да я хоть раз в жизни майские нормально встречу! Женя, я тебя брошу! Я тебя усыновлю! Наливай, батя! Давай, сынок! Давай! Батя, и мне тоже наливай! Давай! Да ну! Женька, ну это же вредно! Да чё ты? Ради хорошего настроения родителей можно и здоровье чуть-чуть пожертвовать. По чуть-чуть! Давай. Давайте мне уже! О! Молодец! Молодец! Давайте! Я извиняюсь, а ваше предложение еще в силе, у меня смена закончилась.